аппаратный. Шуматоры? Да. Да где ты так купил на сегодня? Бюджетно. Нормально взял. А вообще что они так дают? Я знаю. Знаю, да? Ну, в интернете там иногда обещали кружать. Нормально взял. Да, чисто такой, знаешь, мыльница, такой бюджетный вариант. Оно уже испокосано, я уже так уже, знаешь, сильно большие в кармане. Когда ты начал, вот говоришь, блядь, про Стимыча, вот объединился или не объединился. Ты зря, вот, понимаешь, ты вот выводы, блядь, делаешь, блядь, неправильные. Не боюсь, что я просто не говорю. Да Стимыч, не, брат, блядь. У нас понимаешь, было охуенно. Не, я всегда становлюсь на ту сторону. Ну, путешествовать, блядь, ну, может быть, ну, не тянет у нас как-то. Не знаю, вот сам это все классно. Я даже не знаю, почему это делать. Там, вроде, мы с ними встречались нормально, все. Естественно, когда у нас еще войдет, блядь. Я не знаю почему, потому что, может быть, потому что, ну... Не в этом разные дело, не в этом дело. Может быть, просто не было договоренности. Я просто, что он, блядь, он мне на фронт упал, а мне его сюда брать, правильно? И он мне пытается диктовать, блядь, что мне делать, блядь, в этой стране. Что вот я неправильно поступаю, блядь, что можно делать правильно. Кому это нравится, блядь? Ну, мне кажется, с этого и надо. Говоришь, я не говорю, потому что... Я не говорю, потому что уважаю чужое сомнение. Но с другой стороны, у меня оно тоже есть, оно иногда просыпает. Потому что я тоже делаю капшюты и тоже езжу. Поэтому, ну, как бы, в этом варианте, наверное, просто начал... ему показалось, что это не так, знаете. Вот именно метание, как знаешь, они просто начинают портить просто не на среднем городе, не только, блядь, видите, мы начинаем вот это какая-то машина, блядь, а что за хуйня, блядь, везде, не знаешь, вот закручивается, блядь, кому это попадается? Не, если я сказал, машина мне нужна, потому что я привык сервис. Сейчас, допустим, уже, о, давайте я с вами, понимаешь, хотя, блядь, съебался с пассажирами на автобусе. Видел, чтобы на машине приехать, я с вами, блядь. Ну, заебись, потому что у меня умения везде сменяются, еще как, блядь. Потому что еще я на снимал, блядь. Нет, здесь я вижу, что тоже у него меняется. Поэтому я, опять же, я говорю, я принимаю ту сторону, которая не про, ну, которая, ну, права. Правомощно. Я сразу принял твою сторону, потому что она права, потому что машина здесь нахуй не нужна. Не то, что не нахуй. Ну, а что мы без машины делали? Попали. По 20 реалов на эту силу катали. Попали. Знаешь, как это все? Бабы знают, что это. Нет, они не лучше, они знают конкретно, как надо это делать. Вот мы сделали бы то, что они делают. На самом деле, нахуй она нам нужна. Мы приехали в эту страну, чтобы, блядь, что-то делать, а не сидеть работать. Брат, извини, но я много снимаю. Я просто снимаю природу. Брат, остановись. Такой вид, вот это одинокое дерево, блядь, дорога, блядь. Давай, долгенькая. Да что-то я не знаю, сейчас выключу то. Скажи, 40 ехал. Все, потом зубы.